Всем привет, ребята! Вы на канале Арина Лав, и сегодня у нас среда, и я снимаю вечер с Реборном. Вечер с Лиамом. В этом видео, ребята, я хочу поговорить на важную тему о смеси, но об этом чуть позже. Вот, ребятки, у нас Лиам, да, он у нас где-то 2 часика назад пришел с садика. Вот, сейчас он смотрит мультики. Лиам у нас очень любит Лунтика, он прямо его обожает, поэтому смотрит, не отвлекаясь. А у меня на ужин, ребята, вот такая вот пицца. Итак, ребята, я взяла вот такую вот бутылочку, в ней 250 мл, и сейчас я буду делать туда Мирону смесь. Эти ручки я надевать не буду. Итак, ребята, я уже приготовила все для ужина Лиама. Это наш фартучек. И бутылочка смеси я налила примерно 180 миллилитров. Все, ребята, мы с Лиамом кушаем. Вот, ребята, Лиам почти все выпил. У него осталось буквально где-то 20 миллилитров. Вот, ребята, Лиам уже все выпил, у него осталось буквально где-то 20 миллилитров, может быть. Итак, ребята, решила вам показать нашу новиночку. Это деревянная погремушка. У нее 2 таких вот колесика, которые крутятся. И тут она в форме вот такого вот типа мишки. Стоила она 200 рублей. В общем, ну, мне нравится. Итак, ребята, я решила Лиаму дать вот такую вот маленькую шоколадочку, а запивать он будет ее водичкой. Итак, ребята, я открыла Лиаму вот такую вот шоколадочку, сейчас он будет кушать. Я ему сняла слюнявчик, надеюсь, он не изляпается. Сейчас Лиам запьет шоколадку. Итак, ребята, я решила переодеть Лиама, так, пососочка, ну и одеть ему вот нашу футболку. Я, кстати, ребята, меняла Лиаму памперс, потому что, посмотрите, наш памперс, во что он превратился, он уже просто никакой. Мы его носим с лета. Да, я куклам вообще памперсы не меняю, потому что они дорого стоят. Вот, и наш памперс, к сожалению, придется выкинуть. Кстати, ребята, я сейчас смотрю сватов, ну или сватов, только я их поставила без звука, чтобы меня было слышно. Все, ребята, я переодела Ляму в новом памперсике, в футболочке, сосочкой и вот в таких носочках. Итак, ребята, сейчас мы с Лямом пойдем чистить зубки. Ну что ж, ребята, мы пришли в ванну, я уже намочила щеточку, но Лям не хочет у нас умываться. Сейчас буду его уговаривать, да, Лиам? Давай умоемся. Да. Так, сейчас Лиам сам будет умываться. Его уже надо приучать самостоятельно. Так, осторожненько. Ну, более-менее. В общем, ребята, я хотела показать наши новиночки. Первое, это вот такой вот сарафанчик. Он очень приятный на ощупь. Это рост 86. Но это не нам, это моей подруге на Новый год, так как у нее есть реборн. А еще у меня есть вот такая вот машинка. Но это не Лиаму, так как для Лиама она большая. Это для моего племянника. Посмотрите, ребята, у Лиама тут очень много игрушек. Вот так вон он стоит. Играет у нас пачка, а салфеток его любимая, вот. Кстати, играет он сегодня у нас с сосочкой. Ура, ребята, я посадила Лиама играть, и у него есть, точнее, у меня есть 15 минут спокойствия, чтобы рассказать вам про смесь, потому что я вам обещала. В общем, 10 месяцев я решила, что нам с Лиамом надо отказаться от смеси. Это, как вы поняли, не получилось, то есть мы не до конца от нее отказались. Сейчас нам год и 2 месяца, и мы еще немного пьем смесь. Я приучила Лиама так, то, что он в неделю выбирает себе 2 дня, когда пьет смесь. Неважно,
утром, вечером, днем. Просто два раза в неделю он пьет смесь. Но также Лиам просыпается очень часто ночью и хочет кушать постоянно, и мне приходится делать ему смесь. Поэтому каждую ночь мы, получается, пьем смесь, да. Там примерно где-то 60 миллилитров я ему даю на ночь, ему это вполне хватает. Но ночью с этим поделать я ничего не могу, потому что Лям хочет кушать, и смесь — это самый быстрый вариант. А вот, получается, например, на обед или на ужин Лям у нас знает, что вот он, например, уже выпил два раза в неделю смесь, выпил, то, значит, сегодня, например, он смеси не получит, он ее не просит. На самом деле, многие мамочки сами выбирают, когда, получается, переставать ребенку давать смесь. Вот я выбрала, в 10 месяцев я начала. Не знаю, поздно или рано, конечно, будут найдутся критики, найдут люди, которые меня поддержат, но это лично моя тактика, и мне, в принципе, такая тактика нравится. Ну что ж, ребята, я рассказала вам немного про смесь. Я могу сделать видео «Рацион питания Ляма». Кстати, тоже есть такая идейка. У меня в голове много идей, но из-за времени я не могу этого сделать. Лям, что такое? А вот Лям уже наигрался и прибежал к маме, чтобы она ему почитала книжечку. Кстати, про синячки. Вот у нас синяк. На ручках у нас синячков нету, но есть такие, видите. Вот. А на головке у нас Лям недавно ударился, вот тоже синяк. Я перебирала книги и нашла вот такие вот старенькие книжки, еще из моего детства, они такие маленькие, удобные. «Лисичка и сестричка, серый волк», тут три сказки, можно посмотреть. Вот, три сказки: «Лисичка и сестричка», «Золотой колокольчик» и «Зимовье зверей». И стоила эта книжка 48 рублей 50 копеек. Вторая книга у нас больше потрёпана, для самых маленьких, ребятам о зверятах. Тут больше стихи, вот, и цены тут, вот видите, тут исчеркано все, и цену тут нет. Итак, ребята, сейчас Лям будет выбирать, какую книжечку хочешь прочитать. Вот эту, беленькую, ну хорошо. Ну что ж, ребятки, все, я подставила более-менее телефон, нашла, на что его облокотить, потому что красная подставка у меня далеко, и мне ее лень искать. Ну, Ляму посадила, он взял своего пигмотика с сосочкой. Что ж, сейчас я ему начну читать. Сейчас мы только выберем стихотворение. «Нелегко снимать зверей, заяц просит поскорей. Мышь пищит, боюсь немножко, что увидит сниму кошка. Уколю, грозится еж, если снимка не пришлешь». Смотри, Лям. Смотри, вот, да, потрогай, вот, зайка, мышка, ежик, да. Колючая сказка. Был колючий ветер, шел колючий дождик, по тропе колючий шел колючий ежик. И на самый длинный из своих колючек нес колючий ежик свой колючий ключик. Вот ежик, видишь, идет, да? Лям, вот. На колючей дверце меж колючих кочек он открыл колючий маленький замочек и вздохнул печально, что это за участь, он как надоели колкости колючесть. Дома был бы, кстати, стеганый халатик, да еще на лапке вязаные тапки. Удружите ежику, ежик будет рад подарить ежике тапки и халат. Ну что ж, ребятки, все, у нас уже совсем поздно. И я Ляму положила спать, накрыла его полотенчиком синеньким, которым мы вытираемся в ванне, потому что я не смогла достать его одеялко. Его одеяло хранится вот в этом ящике, но он очень тяжело открывается. Все, ребятки, мне кажется, Лям уже прям почти заснул. Единственное, ребятки, у меня остается вопрос, в чем Лиам пойдет на Новый год. Я ему подобрала вот такую вот одежду. Это серенький такой вот бодик и наши штанишки. Это как бы зайчик. Ушки я ему хочу сделать, из бумаги, там, картона. Вот. Также нарисую ему там носик, все такое. Но я не знаю, где взять носочки серенькие, потому что у нас их нет. Ну, в общем, об этом я подумаю. Я уже буду с вами прощаться, вот. Это видео выйдет завтра.
То есть завтра четверг. И тогда на Новый год я хочу снять влог, как я провела свой Новый год, то есть про себя. Как я уже говорила в некоторых видео, то, что это канал не только на малышей, но и про меня. А про меня видео давно не выходили. А вот. В общем, сниму, как я провела Новый год без ляма. А потом уже после Нового года я вам покажу, сниму видео с лямом уже. В общем, если вам понравилось это видео, то ставьте пальчик вверх. Я вас всех люблю. Всем пока!